Агата Кристи. Убийство на поле для гольфа. Глава четыре. Письмо, подписанное Белла. Франсуаза вышла из комнаты. Следователь задумчиво барабанил пальцами по столу. Итак, масье Бекс, заговорил он наконец, у нас имеются два взаимоисключающих показания. Кому мы должны больше верить, Франсуазе или Денис? «Денис», — решительно заявил комиссар, — «именно она впустила незнакомку. Франсуаза стара и упряма. К тому же явно питает неприязнь к мадам Добрей. И кроме того, ведь мы с вами знаем, что у Рено была связь с другой женщиной». «Тьен», — спохватился Масье Оте, — «ведь мы совсем забыли сообщить Масье Пуаро вот об этом». Он принялся рыться в бумагах на столе, Нашел среди них письмо и протянул моему другу. Это письмо, Масье Пуаро, мы обнаружили в кармане плаща убитого. Пуаро развернул письмо. Оно было написано по-английски странным, не устоявшимся почерком. Бумага местами затерлась и смялась. Мой бесценный, ты все еще любишь меня, как прежде, да? Твои письма в последнее время стали совсем другие холодные и чужие, а потом это долгое молчание. Ты меня пугаешь. Вдруг ты разлюбил меня? Нет, это невозможно. Я просто глупая девчонка. Вечно придумываю, бог, весь что. Но если ты и правда разлюбил меня, я не знаю, что сделаю. Убью себя, наверное. Не могу жить без тебя. Порой мне кажется, что у тебя другая женщина. Если так, Пусть она не попадается мне на глаза, и ты тоже. Я скорее убью тебя, но не дам ей завладеть тобой. Я так решила. Но что это? Какой романтический бред я несу? Ты любишь меня, и я люблю тебя. Да, люблю, люблю, люблю. Обожающая тебя Белла. Ни адреса, ни даты в письме не было. Пуаро с мрачным видом вернул его комиссару. «И вы полагаете, что...» Следователь только пожал плечами. Вероятно, Масье Рено попал в сети к этой англичанке Белли. Потом он приезжает сюда, встречает мадам Добры и затевает с ней интрижку. Он остывает к прежней возлюбленной и она начинает что-то подозревать. В ее письме содержатся недвусмысленные угрозы. На первый взгляд дело кажется даже слишком простым ревность. Ведь Масье Рено убит ударом в спину, а это явно свидетельствует о том, что преступление совершила женщина. Так ведь Масье Пуаро? Пуаро кивнул. Удар в спину, да, но вот могила, это же такая тяжелая работа. Женщине просто не под силу Масье, тут поработал мужчина. Да-да, вы совершенно правы, как мы не подумали об этом, пылко согласился комиссар. «Вот и я говорю», — продолжал Масье Оте. «На первый взгляд дело совсем простое. Но эти двое в масках, письмо, которое вы получили от Масье Рено, все это никак не укладывается в единую схему. Тут мы имеем дело с рядом обстоятельств, не имеющих никакой связи с известными нам фактами. Ну а письмо, посланное вам, Масье Пуаро, Допускаете вы, что оно как-то соотносится с этой самой Беллой и ее угрозами?» Пуаро покачал головой. «Едва ли такой человек, как Масье Рено, который вел жизнь, полную приключений и опасностей, да не где-нибудь, а в Южной Америке. Неужели он стал бы просить защитить его от женщины?» Следователь с готовностью закивал головой. «Совершенно с вами согласен. Стало быть, объяснение этому письму нам следует искать. В Сантьяго, закончил фразу комиссар. Я немедленно телеграфирую в полицию Сантьяго и запрошу все данные, так или иначе касающиеся Масье Рено. Его любовные связи, деловые операции, друзья, враги, словом, все до мелочей. Думаю, это даст нам ключ к загадочному убийству. И комиссар оглядел нас, ища одобрения и поддержки. «Великолепно!» — с чувством воскликнул Пуаро. «Скажите, а нет ли других писем от этой самой Беллы среди вещей Масье Рено?» «Нет, разумеется, первое, что мы сделали, просмотрели документы в его кабинете, но ничего интересного не нашли. Видимо, он самым тщательным образом привел все в порядок». Единственное, что наводит на размышления, так это его странное завещание. Вот оно. Пуаро пробежал документ глазами. Так, тысячу фунтов наследует некий мистер Стонер. Кто он, кстати? Это секретарь Масьерино, он живет в Англии, но два раза приезжал сюда. Все остальное, без всяких оговорок, наследует его любимая жена Элоиза, Составлено довольно небрежно, но оформлено по всем правилам. Засвидетельствовано двумя служанками, Денис и Франсуазой. Так всегда делают. Пуаро отдал завещание Масье Оте. «Может быть, — начал Бекс, — вы не обратили внимания?» «На дату?» — спросил Пуаро, и глаза его озорно сверкнули. «Ну, конечно же, обратил. Две недели назад. Возможно, именно тогда он впервые почувствовал, какая опасность ему грозит. Довольно часто состоятельные люди умирают, не оставив завещания, ибо не думают о том, что смерть может подстерегать их на каждом шагу. Однако делать преждевременные выводы весьма опасно. Во всяком случае, из завещания Масье Рено следует, что он питал искреннюю любовь и расположение к своей жене, несмотря на любовные интрижки. «Так-то оно так», – произнес Масье Оте с сомнением в голосе. Но с сыном Масье Рено, похоже, обошелся несправедливо, ведь он поставил его в полную зависимость от матери. Если она снова выйдет замуж, и ее муж будет иметь власть над нею, парень может не получить ни гроша из отцовских денег. Людям вообще свойственен эгоцентризм. Масье Рено, вероятно, вообразил, что его вдова уже никогда больше не выйдет замуж, ну а что касается сына, возможно, это весьма разумная предосторожность – оставить деньги в руках матери, сынки богачей – известные повесы. Может быть, вы и правы. А теперь, Масье Пуаро, вы, конечно, хотели бы осмотреть место преступления. К сожалению, тело убрали, но, разумеется, были сделаны фотографии в разных ракурсах. Вам их принесут, как только они будут готовы. Благодарю, Масье, вы очень любезны. Комиссар поднялся из-за стола. «Прошу вас следовать за мной, господа». Он отворил дверь и отвесил церемонный поклон Пуаро, пропуская его вперед. Пуаро со свойственной ему галантностью отступил назад и поклонился комиссару. «Прошу вас, Масье, только после вас, Масье». Наконец им обоим все-таки удалось протолкнуться в холл. «А там, очевидно, его кабинет, не так ли?» Спросил вдруг Пуаро, кивнув на одну из дверей. Да, хотите осмотреть? Комиссар отворил дверь. Мы вошли. Комната, которую Масьерино выбрал для себя, хоть и небольшая, была меблирована с большим вкусом и очень уютно. У окна письменный стол с многочисленными ящичками и отделениями для бумаг. Камин, перед ним глубокие кожаное кресло, и круглый стол с книгами и свежими журналами. Пуаро помедлил минуту, рассматривая комнату, потом подошел к креслам, провел рукой по спинкам, взял журнал со стола, осторожно провел пальцем по полке дубового буфета. Лицо его выразило совершенное удовлетворение. «Что, пыли нет?» – спросил я лукаво. Он улыбнулся мне в ответ, оценив мое знание его маленьких слабостей. Не пылинки, Монами, а жаль, на этот раз жаль. Его острый ястребиный взгляд мигом облетел комнату. «А, — произнес он вдруг со вздохом облегчения, — коврик перед камином завернулся». С этими словами Пуаро нагнулся, чтобы расправить его. Внезапно у него вырвалось удивленное восклицание, и он быстро выпрямился. В руке у него был маленький обрывок розовой бумаги, «Что во Франции, что в Англии», — сказал он, — «везде одно и то же. Прислуга ленится выметать из-под ковров». Бекс взял у него из рук бумажку, а я подошел поближе, чтобы рассмотреть ее. «Догадывайтесь, Гастингс, что это, а?» Я озадаченно помотал головой, но характерный розовый цвет бумаги что-то мне напоминал. «Оказалось, комиссар соображает быстрее меня». «Обрывок чека!» – вскричал он. На клочке размером около двух квадратных дюймов чернилами было написано «Дьювин». «Бьен», — сказал Бекс, — «этот чек был выписан на имя некоего Дьювина или же подписан им». «Скорее первое, мне кажется», — сказал Пуаро, — «ибо, если я не ошибаюсь, это почерк Масье Рено». Догадка Пуаро подтвердилась, когда мы сравнили его с завещанием, лежащим на столе. Боже мой, удрученно пробормотал комиссар, не могу понять, как я проглядел этот чек. Пуаро засмеялся. Отсюда мораль, всегда заглядывай под коврики. Когда я увидел загнувшийся край коврика, я сказал себе, Тьен сбился, когда отодвинули кресло. А что, если наша добрая Франсуаза не доглядела, подумал я, и там что-нибудь донайдется? Да Франсуаза, ну или Денис, Леони, все равно тот, кто убирал комнату. Судя по тому, что пыли нет, убирали явно сегодня. Эти наблюдения позволяют представить себе, что здесь произошло. Вчера, вероятно, вечером. Месье выписывает чек на имя некоего Дьювина. Потом чек рвот и клочки бросают на пол. А сегодня утром не успел Пуаро договорить, а Масье Бэкс уже нетерпеливо дергал шнур звонка. Тут же явилась Франсуаза. Да, на полу валялись бумаги. Куда она их дела? Конечно же, бросила в печь на кухне. Куда же еще? Выразив жестом крайнюю степень отчаяния, Бэкс отпустил ее. Внезапно лицо его просветлело, он бросился к столу. И вот он уже листает чековую книжку покойного. И снова жест отчаяния. Корешок последнего чека не заполнен. «Мужайтесь!» — воскликнул Пуаро, похлопывая его по спине. «Мадам Рено наверняка сможет пролить свет на этого таинственного дьювина». Комиссар немного приободрился. «Да, правда. Ну что ж, продолжим. Когда мы выходили из кабинета, Пуаро спросил как бы между прочим. «А что, масье Рено вчера вечером принимал свою гостью здесь, а?» «Да, именно здесь. А как вы узнали?» «А вот как! С помощью этого пустяка!» Я нашел его на спинке кресла. Двумя пальцами Пуаро держал длинный черный волос, женский волос. Масье Бэкс вывел нас через заднюю дверь к небольшому сараю, примыкающему к дому, достал из кармана ключ и отпер его. «Тело здесь. Как раз перед вашим приездом мы перенесли его сюда. Фотограф ведь уже все отснял». Он распахнул дверь, и мы вошли. Убитый лежал на полу. Масье Бэкс проворно сдернул с трупа простыню. Масье Рено был среднего роста, худощавый и стройный. Выглядел он лет на пятьдесят. Волосы черные, с длинной проседью. Лицо тщательно выбрито. Нос длинный, тонкий. Довольно близко посаженные глаза. Кожа сильно загорелая, как у человека, который большую часть жизни провел под тропическим солнцем. Зубы оскалены, и на мертвом лице застыло выражение крайнего изумления и ужаса. По его лицу сразу видно, что удар был нанесен неожиданно, — заметил Пуаро. Он с величайшей осторожностью перевернул тело. На светлом, песочного цвета плаще, как раз между лопатками, расплылось круглое темное пятно с продолговатым разрезом посередине. Пуаро принялся внимательно разглядывать тело. «Что вы думаете по поводу орудия убийства? А что тут думать? Нож просто-напросто торчал в ране?» Комиссар снял с полки стеклянную банку. Внутри я увидел небольшой нож с черной ручкой и узким блестящим лезвием, вроде тех, которыми разрезают бумагу. В длину нож был не более десяти дюймов. Пуаро осторожно потрогал испачканное кровью острие. «Ого, да он приострый! Подумать только, такой маленький хорошенький ножичек и орудие убийства!» «К сожалению, мы не нашли на нем отпечатков пальцев», — сокрушенно сообщил Масье Бекс. «Очевидно, убийца был в перчатках». «Ну, разумеется», — небрежно заметил Пуаро. «Теперь даже в Сантьяго преступники осведомлены о таких мерах предосторожности. Что уж говорить о европейцах? Тут любой непрофессионал знает не меньше нас с вами». А все эти газетчики раззвонили по всему свету обертельоновой системе. Однако я все равно удивлен, что на ноже нет отпечатков. Ведь так заманчиво оставить чьи-то чужие отпечатки. А уж как полиция обрадуется. Он покачал головой. Боюсь, убийство совершил человек, для которого порядок и система – пустые слова. А быть может, он просто очень спешил. Впрочем, поглядим. Пуаро снова повернул покойника на спину. Вижу под плащом ничего нет, кроме нижнего белья, заметил он. Да, следователь тоже отметил эту странность. В этот момент кто-то постучал в дверь, которую ему заперли за собой, когда вошли в сарай. Бекс пошел отпирать. Это оказалась Франсуаза. С жадным любопытством она пыталась заглянуть внутрь. Ну что там еще? нетерпеливо буркнул Бекс. Мадам послала сказать, что ей уже гораздо лучше, и она может говорить с господином следователем. Прекрасно обрадовался Масье Бекс. Уведомьте Масье О.Т. и передайте мадам, что мы сейчас будем. Пуаро все медлил, глядя на убитого. Я даже подумал было, уж не собирается ли он дать клятву, что не успокоится, пока не найдет убийцу. Но против ожидания он не сказал ничего торжественного или значительного. Весьма обыденно и просто он произнес несколько слов, которые показались мне до смешного неуместными в этот момент. Слишком уж длинный плащ он носил. Глава пятая. Рассказ мадам Рено. Масьеуте Уте уже ждал нас в холле, и мы все вместе, возглавляемые Франсуазой, двинулись вверх по лестнице. Пуаро поднимался как-то странно, зигзагами, чем немало меня озадачил. Заметив мое удивление, он подмигнул мне. «Еще бы служанкам не слышать, как масье Рено поднимался!» — шепотом сказал он. «Ступеньки скрипят, все до единой. От такого скрипа и мертвый проснется. На лестничную площадку выходил также узкий боковой коридор. Здесь комната прислуги, пояснил нам Бэкс. Нас же повели по широкому коридору. Франсуаза остановилась у последней двери справа и тихо постучала. Слабый голос пригласил нас войти. Комната была просторная, солнечная, с окнами на море, которое синело и искрилось всего в какой-нибудь четверти мили от дома. На кушетке высоко в подушках лежала рослая женщина весьма примечательной наружности. Подле нее с озабоченным видом сидел доктор Дюран. Хотя мадам Рено была далеко не молода и ее некогда черные волосы сверкали серебром, в ней чувствовалась незаурядная личность, волевая и решительная. Словом, как говорят французы, сильная женщина. Она поздоровалась с нами легким, исполненным достоинства кивком, Прошу садиться, господа. Мы сели в кресло. Помощник следователя устроился за круглым столом. Надеюсь, мадам, начал мосье Оте, вы сможете рассказать нам, что произошло ночью, если, разумеется, это не слишком тяжело для вас. Нет-нет, мосье, ведь дорога каждая минута, эти подлые убийцы должны быть пойманы и наказаны. Благодарю вас, мадам. Думаю, для вас будет менее утомительно, если я буду задавать вопросы, а вы ограничитесь только ответами на них, в котором часу вы легли спать вчера. В половине десятого массе я была очень утомлена. А ваш муж, по-моему, час спустя. Не показалось ли вам, что он расстроен или может быть взволнован? Нет, не более чем обычно. Что же случилось потом? Мы спали. Проснулась я от того, что кто-то зажал мне рот. Я пыталась закричать, но не смогла. Их было двое, и оба в масках. Не могли бы вы описать их, мадам? Один очень высокий, с длинной черной бородой, другой небольшого роста, коренастый, тоже с бородой, только рыжеватый. Оба в шляпах, надвинутых на самые глаза. Что ж задумчиво произнес следователь, что-то многовато оборот получается. Вы думаете, они накладные? Боюсь, что да, мадам, но прошу вас, продолжайте. Тот, что поменьше ростом, держал меня. Сначала он засунул мне в рот кляп, потом связал руки и ноги. Другой сторожил моего мужа, он схватил с туалетного столика нож для разрезания бумаги, острый как бритва, и приставил его к груди масье Рено. Когда коротышка связал меня, они оба занялись моим мужем, заставили его встать и вывели в гардеробную. Я едва не потеряла сознание от ужаса, но все же отчаянно старалась хоть что-нибудь услышать. Они говорили так тихо, что я ничего не могла разобрать. Но язык мне знаком. Это ломаный испанский, распространенный в некоторых странах Южной Америки. Мне показалось, они сначала требовали что-то у моего мужа. Потом, видно, разозлились и стали говорить громче. По-моему, Высокий сказал, «Ты ведь знаешь, что нам нужно? Документы, секретные документы. Где они?» Что ответил муж, я не слышала, только второй злобно прошипел. «Лжешь, мы знаем, они у тебя. Где ключи?» Потом я услышала, как они выдвигают ящики. В гардеробной мужа есть сейф, где он обычно держит наличные деньги, довольно крупные суммы. Леони говорит, что они вытряхнули все из сейфа, забрали деньги, но, видимо, того, зачем охотились, не нашли. Потом слышу, высокий, проклиная все на свете, велит мужа одеваться. Но тут видно, какой-то шум в доме спугнул их, и они втолкнули полуодетого масье Рено в спальню. «Пардон», — прервал ее Пуаро, — «а другого выхода из гардеробной нет?» «Нет, масье, там только одна дверь, в спальню». Они погнали моего мужа к двери. Впереди коротышка, а последним высокий с ножом в руке. Поль пытался вырваться, подойти ко мне. В глазах его было отчаяние. «Мне надо поговорить с ней», — крикнул он им, а мне сказал. «Ничего страшного, Элоиза, только не пугайся. К утру я вернусь». Он старался говорить спокойно, но в глазах его был ужас, я видела. Потом они вытолкали его за дверь, и Высокий сказал, «Только пик не попробуй, и тебе конец». Потом продолжала мадам Рено, я, должно быть, потеряла сознание. Очнулась только, когда Леони растирала мне руки и уговаривала выпить немного бренди. «Мадам Рено», — сказал следователь, — «как вы думаете, что искали убийцы?» «Понятия не имею, масье. «Не замечали ли вы, что вашего мужа что-то тревожит?» «Да, я видела, что он очень переменился в последнее время». «Как давно?» — мадам Рено подумала. Наверное, дней десять. Не раньше, возможно, и раньше, но я ничего не замечала. А вы не пробовали расспрашивать его? Да, один раз, но он ответил как-то очень уклончиво. И тем не менее я была совершенно уверена, что он страшно о чем-то тревожится, но он не хотел открыться. И понимая это, я старалась сделать вид, что ничего не замечаю. Было ли вам известно, что Масье Рено прибег к услугам детектива? Детектива? воскликнула мадам Рено, видимо, очень удивленная. Да, вот этого джентльмена, Масье Эркюля Пуаро. Пуаро вежливо поклонился. Он прибыл сегодня по вызову вашего мужа. Достав письмо, которое Масье Рено отправил Пуаро, следователь подал его мадам Рено. Она прочла его с неподдельным изумлением. Я и понятия не имела. Очевидно, Поль был уверен, что ему грозит опасность. А теперь, мадам, я прошу вас ответить мне совершенно откровенно. Когда ваш муж жил в Южной Америке, не случилось ли с ним чего-нибудь, что могло бы пролить свет на это дело? Мадам Рено глубоко задумалась, но потом отрицательно покачала головой. «Не знаю, что и сказать. Конечно, у мужа было много недоброжелателей. Ему многие завидовали, но ничего особенного я не могу припомнить. Возможно, что-то и было, только мне об этом ничего не известно». Следователь разочарованно погладил свою бородку. «Не могли бы вы сказать, в котором часу произошло нападение?» «Конечно, я отчетливо помню, как часы на камине пробили два раза». И мадам Рено кивнула на часы с восьмидневным заводом в дорогом кожаном футляре, стоящее посередине каминной полки. Пуаро подошел к камину и принялся внимательно их разглядывать. Потом кивнул, видимо, вполне удовлетворен результатами осмотра. «А вот еще одни часы!» — воскликнул Масье Бэкс. «Наручные? Их, видимо, смахнули с туалетного столика. Стекло, правда, в дребезги. Преступникам не что это может обернуться уликой против них. Он осторожно собрал осколки. Внезапно Массия Бэкс замер. Монду невольно вырвалась у него. Стрелки показывают семь часов. «Что?» — воскликнул в свою очередь следователь. Однако Пуаро, находчивый, как всегда, взял часы из рук растерявшегося комиссара, поднес их к уху и улыбнулся. «Ну да, стекло разбито, но часы идут». Услышав столь простое объяснение, все облегченно вздохнули. Однако следователь не успокоился. «Но позвольте, ведь сейчас еще нет семи». «Да, только пять минут шестого», – спокойно заметил Пуаро. «Вероятно, эти часы спешат. Не так ли, мадам?» Мадам Рено нахмурилась, не зная, что ответить. «Да, они спешат», – сказала она. «Правда, я не думала, что так сильно». Следователь, нетерпеливо махнув рукой, прервал обсуждение темы разбитых часов и продолжил допрос. Мадам, парадная дверь была приоткрыта, наверняка убийцы проникли в дом через нее, и однако никаких следов взлома вы могли бы объяснить почему. Вероятно, муж выходил вечером погулять и, возвратившись, забыл запереть дверь. По вашему, это возможно? Вполне он был очень рассеян. Говоря это, мадам Рено слегка сдвинула брови. Похоже, рассеянность покойного порой раздражала ее. Думаю, у нас есть основание сделать одно немаловажное заключение, вмешался вдруг комиссар. Убийцы предложили Массе Рено одеться. Стало быть, место, где, как они предполагали, запрятаны интересующие их бумаги, должно находиться далеко отсюда. Следователь кивнул в знак согласия. Несомненно однако и не слишком далеко, ведь Масье Рено сказал, что к утру вернется. «Когда отходит последний поезд из Мерлинвиля?» – спросил Пуаро. «В 23.50 в одном направлении и в 0.17 в другом, но, скорее всего, у них был автомобиль». «Конечно», — согласился Пуаро, который, казалось, был чем-то озабочен. «А ведь у нас, пожалуй, есть шанс напасть на их след», воодушевляясь, снова заговорил следователь. Вряд ли автомобиль с двумя иностранцами остался незамеченным. Это же замечательно, Масье Бэкс. Но тут же, согнав с лица довольную улыбку и вновь став серьезным, ОТ обратился к мадам Рено. Еще один вопрос. Вам говорит что-нибудь фамилия Дьювин? Дьювин? Задумчиво повторила мадам Рено. Нет, я не знаю никого с такой фамилией. Может быть, ваш муж когда-нибудь ее упоминал? Не помните? Нет, никогда. Нет ли у вас знакомых по имени Белла? Следователь так и впился глазами в мадам Рено, стараясь уловить в ее лице признаки замешательства или смятения. Но мадам Рено покачала головой с совершенно невозмутимым видом, и Масье Оте снова принялся задавать вопросы. И Масье О.Т. снова принялся задавать вопросы. «Известно ли вам, что вчера вечером у вашего мужа был посетитель?» На щеках мадам Рено выступил легкий румянец, что не укрылось от глаз следователя. «Нет, кто это был?» – ответила она, сохраняя, тем не менее, совершенное спокойствие. «Дама, в самом деле...» Однако следователь, казалось, удовольствовался тем, что услышал, и не стал продолжать расспросы. Едва ли, подумал он, мадам Добрей имеет отношение к убийству, а расстраивать мадам Рено без всяких к тому оснований ему не хотелось. Он посмотрел на комиссара, тот согласно кивнул. Тогда Масье О.Т. встал, прошел в другой конец комнаты и принес стеклянную банку, которую мы видели в сарае. Вынув оттуда нож, он обратился к мадам Рено. «Мадам, узнаете это?» – спросил он как можно мягче. Она негромко вскрикнула. «Конечно, это мой кинжальчик!» Увидев на нем пятна, она отшатнулась. Глаза ее расширились от ужаса. «Что это, кровь?» «Да, мадам, вашего мужа убили этим оружием». Он быстро убрал нож с глаз долой. «Уверены ли вы, что это тот самый нож, который лежал ночью на вашем туалетном столике?» «О, да, это подарок моего сына. Во время войны он служил в авиации. Он был слишком молод, и ему пришлось прибавить себе два года, чтобы его взяли. Чувствовалось, что мадам Рено гордится своим сыном. Ножик сделан из авиационной стали, и сын подарил мне его в память о войне. «Понимаю, мадам. Перейдемте теперь к другому вопросу. Где сейчас ваш сын? Необходимо срочно телеграфировать ему». Жак в данное время он на пути в Буэнос-Айрес. То есть, да, вчера муж телеграфировал ему. Сначала он отправил Жака в Париж, а вчера выяснилось, что ему необходимо срочно ехать в Южную Америку. Из Шербура как раз вчера вечером отошел пароход в Буэнос-Айрес, и муж отправил Жаку телеграмму, чтобы он постарался успеть на него. «Не знаете ли вы, какие дела у вашего сына в Буэнос-Айресе?» Мне об этом ничего не известно, Масье. Знаю только, что оттуда он должен ехать в Сантьяго. Сантьяго, опять Сантьяго, в один голос вскричали Масье Оте и Масье Бекс. Упоминание о Сантьяго поразило и меня, а Пуаро, воспользовавшись замешательством, подошел к мадам Рено. Все это время он стоял, мечтательно глядя в окно, и я даже не был уверен, следит ли он за тем, что происходит. Он молча поклонился мадам Рено, потом сказал. «Пардон, мадам, не позволите вы взглянуть на ваши руки?» Слегка удивившись, мадам Рено выполнила его просьбу. На запястьях были видны глубокие ссадины, следы от веревок. Пока Пуаро рассматривал руки мадам Рено, я наблюдал за ним и заметил, что огонь возбуждения, горевший в его глазах, погас. «Представляю, как вам больно», — сказал он, а я подумал, что мой друг, кажется, опять чем-то удручен. Между тем следователь спохватился и заспешил. «Надо срочно связаться по радио с молодым Масье Рено. Нам крайне необходимо узнать все об этой его поездке в Сантьяго». И, подумав, добавил, «К тому же, будь он здесь, мы могли бы избавить вас от лишних страданий, мадам». «Вы имеете в виду опознание трупа?» – глухо спросила мадам Рено. Следователь молча склонил голову. «Не тревожьтесь, Масье, у меня хватит сил вынести все, что потребуется. Я готова сделать это прямо сейчас». «О, и завтра не поздно, уверяю вас». «Нет, я хочу покончить с этим», — сказала она тихо, и судорога боли исказила ее лицо. «Не будете ли так любезны, доктор? Позвольте опереться на вашу руку». Доктор поспешил к ней на помощь. Кто-то накинул плащ на плечи мадам Рено, и мы стали медленно спускаться по лестнице. Масье Бэкс бросился вперед и отворил двери сарая. Мадам Рено подошла и остановилась на пороге. Она была очень бледна, но полна решимости. Прикрыв лицо рукой, она сказала, «Минутку, Масье, я соберусь с силами». Потом она опустила руку и взглянула на покойного. И тут поразительное самообладание, с которым она держалась все время, оставило ее. «Поль!» — вскрикнула она. «Мой муж! О, Боже!» Она пошатнулась и без чувств упала на пол. Пуаро мгновенно бросился к ней, приподнял века, пощупал пульс. Убедившись, что мадам Рено действительно в глубоком обмороке, он отошел в сторону и, схватив меня за руку, воскликнул. «Болван! Какой же я болван, мой друг!» «Я просто потрясен!» В голосе мадам Рено было столько любви и горя. Моя версия оказалась совершенно несостоятельной. Эбьен, придется начать все заново. Глава шестая. Место преступления. Доктор и Масье Т понесли бесчувственную мадам Рено в дом. Комиссар провожал их взглядом, сокрушенно качая головой. Бедная женщина этого удара она не вынесла. Да, да, ничего не поделаешь. Ну что ж, месье Пуаро, может быть, осмотрим место, где было совершено преступление, если вас не затруднит, месье Бекс. Мы вернулись в дом и вышли на улицу через парадную дверь, проходя мимо лестницы, ведущей наверх. Пуаро с сомнением покачал головой. Не верю, что служанки ничего не слышали. Ступени скрипят так, что и мертвый проснется. К тому же, заметьте, спускались трое. Но ведь была глубокая ночь, видимо, все они крепко спали. Однако Пуаро все качал головой. Похоже, мое объяснение ничего не убедило. Дойдя до поворота аллеи, он оглянулся на дом. Почему мы думаем, что они вошли через дверь? Ведь они не знали, что она не заперта, и могли влезть в окно. «Но все окна первого этажа закрыты железными ставнями», – возразил комиссар. Пуаро показал на одно из окон второго этажа. «Это ведь окно спальни, да?» «Смотрите, вот по этому дереву можно в два счета добраться до окна». «Возможно, вы правы», – согласился комиссар. «Но тогда на клумбе должны быть следы». Справедливость его слов была очевидна. По обеим сторонам ступеней, ведущих к парадной двери, на больших овальных клумбах олела герань. К дереву, о котором говорил Пуаро, не подойдешь, не наступив на клумбу. «Правда, погода стоит сухая», — продолжал комиссар. «На аллее и на дорожках следов не видно, но рыхлая, влажная земля на клумбе — совсем другое дело». Пуаро принялся внимательно разглядывать клумбу. Масье Бекс оказался прав, Земля была совершенно ровной, ни ямки, ни углубления, ни вмятины. Пуаро кивнул, как бы удовлетворенный осмотром, и мы уже отошли было. Но вдруг он устремился к другой клумбе и стал ее рассматривать. «Масье Бекс, — позвал он, — «поглядите, здесь полно следов». Комиссар подошел к нему и улыбнулся. «Мой дорогой Масье Пуаро, совершенно верно. Это следы садовника, его огромных, подбитых гвоздями сапог. Впрочем, это не имеет никакого значения, ведь с этой стороны нет дерева, и, следовательно, влезть в окно второго этажа невозможно». «Да, правда», — заметил Пуаро, явно расстроенный. «Стало быть, вы считаете, что эти следы ничего не значат?» «Ровным счетом ничего», и тут к моему великому изумлению Пуаро многозначительно произнес: "Не согласен с вами. Сдается мне, эти следы пока самая важная улика из всего, что мы видели." Масье Бекс промолчал, пожав плечами. Он был слишком вежлив, чтобы откровенно выложить, что он думает по этому поводу. "Ну что ж, продолжим", предложил он. "Конечно." А этими следами я могу заняться и позже. Охотно согласился Пуаро. Масье Бекс пошел не к воротам, куда вела подъездная аллея, а круто свернул на боковую тропинку, обсаженную кустарником, которая, полого поднимаясь, огибала дом справа. Неожиданно тропинка вывела нас на небольшую площадку, откуда открывался вид на море. Здесь стояла скамейка, и неподалеку от нее ветхий сарай. В нескольких шагах отсюда шла аккуратная линия низенького кустарника, ограничивающая владение виллы. Масье Бэкс продрался сквозь кусты, и мы оказались на довольно широкой поляне. Я с удивлением огляделся вокруг. «Постойте, да ведь это же площадка для гольфа!» Бэкс кивнул. «Она, правда, еще не доделана», — пояснил он. «Надеялись в следующем месяце ее закончить». Один из рабочих как раз и обнаружил здесь труп сегодня утром. У меня внезапно перехватило дыхание. Чуть левее я заметил длинную узкую яму и рядом с нею лежащее ничком тело. Сердце у меня в груди так и подпрыгнуло. Неужели еще один труп? Но комиссар тут же развеял наваждение. Он подошел к трупу и раздраженно крикнул. И куда глядит полиция? Ведь я строго-настрого приказал никого сюда не пускать без особого разрешения. Джентльмен, лежащий на земле, повернул голову и небрежно бросил. «Да есть, есть у меня это самое разрешение!» И он неспешно поднялся на ноги. «Мой дорогой масье Жиро!» — вскричал комиссар. «А я и не знал, что вы уже прибыли. Господин следователь ждет не дождется вас». Пока комиссар держал речь, я с любопытством разглядывал масье Жиро. Я так много слышал о знаменитом сыщике парижской сюрте, и вот, наконец, мне довелось увидеть его. На вид ему было лет тридцать, рост высокий, волосы и усы темно-рыжие, военная выправка. Он держался довольно вызывающе, и видно было, что сознание собственной значительности просто распирает его. Бэкс представил нас, отрекомендовав Пуаро как собрата по профессии. Искра любопытства зажглась в глазах сыщика. «Наслышан о вас, масье Пуаро», — сказал он. «Вы ведь были весьма заметной личностью в прежние времена. Но теперь у нас в криминалистике совсем иные методы». «Хотя преступления по большей части все те же», — деликатно заметил Пуаро. Я сразу понял, что Жиро испытывает к нам явную неприязнь. Видимо, его задело, что расследованием занимается кто-то еще. Я чувствовал, что если ему посчастливится обнаружить важные улики, то он, вероятно, постарается скрыть их от нас. «Господин следователь», — снова начал Бекс, но Жиро грубо перебил его. «Плевать мне на господина следователя. Главное сейчас — успеть все сделать здесь, пока еще светло. Ведь осталось каких-нибудь полчаса. Об этом деле мне уже все известно. Мои люди до утра перероют весь дом». Но что касается улик, то их следует искать именно здесь, на этом месте. Это ваши полицейские затоптали тут все? Я-то думал, они теперь хоть немного поумнели. «Конечно, поумнели, ведь следы, которые вызвали ваше неудовольствие, оставили рабочие, обнаружившее тело». В ответ Масье Жиро презрительно фыркнул. «Я нашел следы там, где все трое продирались через кусты, но преступники – хитрые бестии. Удалось различить только следы Масье Рено, а свои они затерли. Мало того, что на такой твердой сухой земле все равно почти ничего не разглядишь, так они еще и подстраховались». «Вещественные улики», — сказал Пуаро, — «именно это вы ищете, а?» Жиро в недоумении уставился на него. «Ну, разумеется». Легкая улыбка тронула губы Пуаро. Ему явно хотелось высказаться, но он сдержался. Он нагнулся и принялся рассматривать лопату. Ею и была вырыта могила. Ясно, как день, заметил Жиро. «Но это мало что дает нам, ведь эта лопата из дома Масье Рено», а тот, кто рыл, был в перчатках. Вот они. Он ткнул ботинком туда, где лежала пара испачканных землей перчаток. Перчатки тоже принадлежат Масье Рено, или, по крайней мере, его садовнику. Говорю вам, эти парни все предусмотрели, ни одного промаха. Масье Рено убит его собственным ножом, а могила вырыта его собственной лопатой. Убийцы полагают, что не оставили следов, но мы еще посмотрим, кто кого. Всегда что-нибудь да остается, и я это найду. Однако Пуаро, очевидно, заинтересовало что-то другое, а именно короткий обрубок свинцовой трубы, лежащий рядом с лопатой. Он осторожно коснулся его пальцем. «А эта штучка тоже принадлежала убитому?» – спросил он, и мне почудилась легкая насмешка в его вопросе. Жиро пожал плечами, давая понять, что не знает, да и знать не хочет. «Небось, давно здесь валяется. Во всяком случае, меня этот обрубок не интересует». «А вот меня очень даже интересует», – промурлыкал Пуаро. «Ему просто охота позлить этого парижского выскочку», – подумал я. «И кажется, ему это удалось». Масье Жиро отвернулся, бросив довольно грубо, что не желает терять времени по пусту, и, нагнувшись, снова принялся разглядывать что-то на земле. А Пуаро, снова внезапно осененный какой-то догадкой, продрался сквозь кустарник на территорию виллы и подергал дверь сарайчика. Заперто бросил жиро через плечо. Там садовник держит всякий хлам. Ничего интересного. Лопату взяли не здесь, а в сарае с инструментами, что возле дома. Изумительно, с восторгом шепнул мне Пуаро. Он здесь не более получаса, но все уже разнюхал, великий человек. Нет сомнений, Жиро – крупнейший из современных сыщиков. Признаюсь честно, хоть мне и не нравился этот самый Жиро, он произвел на меня довольно сильное впечатление. Казалось, энергия бьет в нем ключом, тогда как Пуаро до сих пор еще никак не проявил себя. «Это меня задевало. Его почему-то очень занимали какие-то глупости, пустяки, не имеющие к делу никакого отношения». Вот и тут, в эту самую минуту, он вдруг спросил. «Мосье Бекс, скажите, прошу вас, что это за белая линия, которая черчена могила? Это дело рук полицейских?» «Нет, масье Пуаро, полиция здесь ни при чем. Таким образом, на площадках для гольфа обычно указывают место, где будет так называемое препятствие». «Препятствие?» Пуаро обратился ко мне. «Это неправильной формы яма, заполненная песком с бортиком с одной стороны, да?» Я кивнул. «Масье Рено, конечно, играл в гольф». «Да, он был отличным игроком, Именно благодаря ему и его щедрым пожертвованиям устраивалась эта площадка, и при составлении проекта его слово было решающим. Пуаро рассеянно кивнул и вдруг заметил не слишком-то удачное место они выбрали для могилы, ведь как раз здесь должны были рыть яму для препятствия, а раз так, значит, тело сразу обнаружили бы. «Верно!» – торжествующе воскликнул Жиро. «Это как раз и доказывает, что преступники не из местных. Блестящий пример косвенной улики». «Так-то оно так», – сказал Пуаро с сомнением. «Однако местные тоже могли бы зарыть здесь тело, но только в одном случае, если бы они хотели, чтобы его нашли. Нелепость какая-то, правда?» Но Жиро даже не потрудился ответить. «Да», — повторил Пуаро как-то разочарованно, да, конечно, нелепость.